Исполнение бюджета, развитие медицинской сферы, благоустройство сел, перспективы Урмарского района Михаил Игнатьев обсудил с новым главой администрации муниципалитета. К исполнению своих обязанностей Андрей Васильев приступил 22 августа. В первые дни работы инспекционные поездки по району. Вновь назначенный глава администрации муниципалитета встречается с директорами предприятий и жителями сел. Необходимо понять, какие проблемы требуют скорейшего вмешательства властей. В полном таком объеме я уже обхватываю все практические отрасли. Плотно как бы сейчас занимаюсь изучением проблематики, которая есть в сельском хозяйстве. У нас есть там ряд каких-то продвижек. Глава республики отметил, что местным властям необходимо ориентироваться на гражданские инициативы. В приоритете благоустройство парка в поселке Урмары. Этот вопрос долгое время не удавалось двинуть с места. До конца года глава администрации намерен обсудить проект с местными жителями и архитекторами. На самом деле удручающее состояние. Сумма примерно определена. По городской комфортной среде мы хотим по этому приоритетному проекту пропустить его. Там у нас годовые где-то около 7 миллионов на все поселения. В одном поселении в Рогусинском уже освоено около 60 тысяч, то есть дорога. Уже на примере этого, то есть люди начинают немножко верить, что это работает, эта программа. Программа инициативного бюджетирования в районе набирает обороты. От жителей поступило десятки заявок. И эта программа не на один год. Мы эту программу будем продлевать до 2025 года. Вот сейчас параметры бюджета 2018, 2019, 2020 годов у нас эта сумма будет закладываться в бюджете республики. Но с учетом того, что мы уже рассматриваем бюджет на 2018, 2019, 2020 годы и в районе будете обсуждать, эти приоритеты правильно нужно расставить. Задача на текущий год – оптимизировать расходы бюджета и повысить доходы. Первые итоги работы глава администрации района подведет через 100 дней. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.